Лавочка. Дорога на хутор. Это трасса на Малополовецкое. Я пошла. Приехала сегодня 16 ноября. Среда, на хутор. Надо кое-что сделать. Бориславич на работе. Ну так, значит, получается, дорога более-менее. Автобус, конечно, чувствовала так колесами, как гулял по дороге. На некоторых участках прилично гулял. Идти здесь нормально, очень даже комфортно в сравнении с городом, где я ползу, а не иду от гололеда. Значит, получается картина такая, что реально даже на машине приехать. Пока что я вот вижу такую дорогу. Кое-что мне надо сделать, то, что не получилось сделать на выходные дни. Потому что 13 ноября, в воскресенье, мы были уже дома, поскольку была метелица и снеговая катаклизма. Как ни странно, синоптики почти угадали. Единственное, что градусы мороза не угадали, хотя было написано минус 13. И близко не было такого градуса. Максимум, может быть, ночью было минус 10, и то сомнительно. Днем было минус 5, минус 6, но максимум, наверное, было минус 7. Это реально было им поверить. Таким образом, Бориславич, тебе привет с хутора. Я вот иду по переулку к первой улице. Вот трассы. А вот... вот оттуда. Иду туда. Тишина.